продолжаем обсуждать новости нашей индустрии. Эта пятница выдалась чуть более интересной, чем предыдущая. Вышло много новой музыки, но самые ожидаемые проекты, а именно альбом Тейпа и фит с иностранным исполнителем от иноагента Моргенштерна, мы услышим, скорее всего, чуть позже. Что касается Алишера, его трек выйдет в следующую пятницу, и у нас даже есть видео, где мы рассуждаем на тему возможного автора куплета для его совместки. Посмотрите его. Однако и сегодня есть инфоповоды, про которые просто невозможно не рассказать. Мы поговорим о том, какие секреты раскрыл Токсис в реакции с Джоном Хауэвером, а именно откуда у него появился такой голос. Также расскажем про Элджея, которого в России начали отменять вслед за Моргенштерном, и обсудим шумиху вокруг Гуфа и Паши Техника. Также расскажем про Вормгенгера, который отреагировал на наше вчерашнее видео в своем ТГ. Кстати, про Телеграм. Всем известная Ева Эльфи оставила послание для приложения Punch в их Телеграм-канале. Как вы понимаете, его мы здесь показать не можем. Если хотите посмотреть это видео, переходите по ссылке в описании в их ТГ-канал. Ну а мы начинаем. Поехали! Начнем с Токсиса, вернее с нового видео на канале Джона Хауэвера, где блогер и рэпер вместе слушали проект Токсиса под названием Just Do It. Среди прочего, ребята поговорили и по поводу главной фишки Андрея, его необычного высокого голоса, который создает особый вайб его трекам. Ребят, всем доброе утро, настроение turned down for what? Показываю, как делать Дон Корлео тайп-бит за одну секунду. Вот как сам Токсис говорит про свой голос. Цитата. «Мой естественный голос высокий. Если я говорю низким голосом, для меня это напряжение связок, как будто я ору. Долго я так не могу говорить или читать. У меня есть рычаг Данте, который развирусился неплохо, где я читаю с переключением голоса, где я фигачу таким грубым, как Йид». Ну, вот у меня такая особенность в голосе. То, что вообще вот особенный, это, да. Это, бро, от души. У меня вот этот голос, это мой естественный голос. То есть нормальный. Если я говорю таким голосом, для меня это напряжение связок такое же, как если бы ты орал на тусовке. То есть мне тяжело, я долго таким голосом не могу говорить и читать. Но это стандартный голос. Нет, это я напрягаюсь сейчас. А вот как звучит трек Данте. Также артист рассказал про один из главных своих элементов успеха. Про телеграм-канал, который за короткое время собрал сотни тысяч подписчиков. Вот цитата музыканта. «Я снимаю кружки, чтобы люди раскрепостились, были более открытыми, не стеснялись. Я крепкого телосложения, я вообще не рокаю скини. Я только для этих кружков начал одеваться по-опиумному. Просто показать, что я ношу, что хочу, и пофиг, что это угарно выглядит. Чтобы люди спокойнее ко всему относились с ноткой позитива. Мне друг сказал, что я незаметно в своих кружках продвигаю топ-джи курсы. Я посмотрел и реально офигел. Real trap shit, trap-trapaholic mixtapes. Бенджи Колд, а что это ты такой ледяной стал? Буквально вчера у нас выходило видео, посвященное Вормгенгеру. Там мы рассказывали, почему этот артист считается одним из самых по-настоящему трушных гангстеров нашей индустрии. Мы осветили его бифы с Марка Найн и Офми, но, как оказалось, наша информация была неполной. И сам Вормгенгер посвятил этому несколько постов в своем телеграм-канале. У меня вообще, в принципе, руки пожаты. Я не знаю, короче, мусолить одно и то же уже столько времени. Какая-то нездоровая. В нашем телеграм-канале мы осветили и дополнили информацию по видео, а также дали небольшое объяснение для Ворма. Можете почитать вчерашний пост по ссылке в описании. А вообще, в нашем телеграм-канале довольно много эксклюзивного контента. Так что переходите и подписывайтесь. Я сияю, видишь, это гвап. Если вдруг трабл, то я чапа, это на крайняк. Артист Рамзес заявил о том, что уходит из музыки. 17 числа он планирует залить весь материал на SoundCloud и покинуть индустрию. Причины, почему именно музыкант решил так поступить, неизвестны. Я мышонок Джерри, я курю реальный сыр. Интересные события разворачиваются вокруг Элджея. Он пропал с афиш фестиваля ВК Фест в парке Горького в Москве. Об этом написала Фонтанка, заметившая посты на эту тему в телеграм-каналах. Предполагают, что это связано с выступлением Элджея 2 июля на ВК Фесте в Петербурге. Там Элджей спел совместный с Моргенштерном трек «Кадиллак», а на экран был выведен их клип. Тихо,
тем, что на большом экране на большом фестивале показали иноагента Моргенштерна, возмущались депутаты и общественные деятели. А один активист заявил, что написал заявление в Генпрокуратуру с просьбой проверить организаторов ВК-феста. Фонтанка поговорила с активистом. Он объяснил ситуацию так. Цитата. «Его музыка несет пропаганду веществ, вплоть до ЛГБТ. Пока что сам артист никак не комментировал произошедшее. А вот в руководстве ВК произошли изменения. Видимо, причиной тому этот самый скандал». Одинокий самурай посреди горящих тел медленно встает зима. Жена Гуфа, Юлия Королева, подала на развод. Заявление было подано в суд 12 июля. Фото документа публикует StarHit. Супругам назначена беседа на 27 число. Суд в таких случаях должен решить, с кем будет жить несовершеннолетний ребенок, а также решить вопрос раздела имущества и назначить элементы. Напомним, что несколько месяцев назад Гуф попал в очередной скандал, когда снял на видео в соцсети плачущую жену. Они обменивались оскорблениями, а сам музыкант грозил девушке тем, что не отдаст ей паспорт, чтобы та не уехала с ребенком. Потом появились новости, что пара уладила конфликт. Но, видимо, все снова пошло не самым лучшим образом. Отдай паспорт мой и моего ребенка. А почему ты должна уезжать сейчас? Паспорт отдай. Чтобы улетели с ребенком в Москву? Где паспорт? Я не могу сказать пока. Пока ты мне не скажешь, что... Где твоя мама? Юль. Из тебя все соки выжила, твоя мама. Что там еще? Из твоей силы выжила твоя мама. А ты можешь мне сказать, ну кто твоя мама, чем занималась вообще? Не так давно вышел еще один разговор с Пашей Техником. На этот раз в подкасте «История выздоровления» на YouTube-канале «Доктор Лазарев» психиатра-нарколога Игоря Лазарева. Ничем не хуже предыдущего интервью, даже наоборот, более сильный разговор. В нем Техник рассказал про формирование зависимости, различные моменты своего психологического состояния, а также обсудил личные вопросы. Среди прочего, он рассказал про самый тяжелый период своей зависимости. Цитата. «Я вообще стал больше употреблять, когда ребенок родился в 19 году, потому что внимание жены потерял, оно перешло на ребенка. А я это держал в себе, потому что типа я еще буду говорить. Я начал обижаться на жену, потому что мы ложимся спать, она меня не поцеловала, не пожелала спокойной ночи. Я ей не говорю про это, а сам думаю, вот отстой. Накапливаю внутри, а утром сразу иду употреблять. Дошло до того, что в открытую ей изменяю. Она все это видит, и меня это наполняет, что она какие-то переживания испытывает. Я думаю, ты все равно от меня никуда не денешься». Индокитаяночка моя хранит все секреты с каждой сигаретой. Теперь поговорим о новинках этой ночи. Мияги и Эндшпиль представили нам новый хит. Трек Bounty по-любому взлетит на первое место в чартах. Ведь реггетон от этого дуэта просто не имеет шанса пройти мимо ушей широкой аудитории. Baby Mello и Hood Rich Luka – молодые рэперы из Москвы. Baby Mello только в прошлом году начал полноценную карьеру артиста, но уже успел выпустить несколько заметных треков. Наличные, Три Семерки, Flow и Плюс 5. В свою очередь Hood Rich Luka известен совместными треками с Soda Love, Майотом и Сими. Композиция Hood Rich Mello – маскулинный перегруженный рэп. В нем артисты демонстрируют свою горячую кровь, неприязнь к соперникам и любовь к деньгам. Между нормально, жестоко, готов делать ублюдку больно за контекст его слов. Стабильно раз в год молодой Платон представляет небольшие сборники, где показывает слушателям свои наработки за последнее время. На очереди альбом Teen Land. Это мини-релиз, в трек-лист которого вошло 6 треков. В них молодой Платон отмечает свой статус, неприкосновенность и читает про отношения с девушками. На фитах отметили всем известное трио и пошлая Молли. Новый трек с грядущего большого камбэка альбома проекта «Прыгай, киска». Для второго сингла выбран один из самых потенциальных хитов с известным артистом Олегом ЛСП. В отличие от предыдущего сингла «Насекомые» с Бульваром Депо, трек «Хороший парень» более мягкая и чиловая поп-песня. Я хороший парень, ей это не надо. Быстро поднявшийся до музыкальных вершин Friendly Tag выпускает новую композицию Legit Check. Этим термином описывают процесс определения оригинальности той или иной вещи, в основном брендовых кроссовок или одежды. В своей композиции артист играет словами, открыто заверяя «Я настоящий и пройду любые проверки», упоминая своих многочисленных братьев с объединения 52. Меня хотят купить лейблы, у меня новый флекс, теперь могу купить мебель, я всегда жестко толкал ту... Майот выпустил второй сингл к лиричному альбому, премьера которого запланирована на конец июля. Трек «Мотылек» — это танцевальная музыка, в которой артист использует афробит, певучий флоу и романтический текст. В треке артист сравнивает себя с мотыльком, который летит на свет, к своей возлюбленной. Обман или нет, узнать не успею.
могу или не могу быть рядом с ней. Поговорим немного про западные новости. Central C поставил рекорд. У его трека Doja больше всего стримов на Spotify в истории английского рэпа, высчитал Chart Data. У песни свыше 470 миллионов стримов. Трек вышел в июле прошлого года и завирусился в ТикТоке. Позднее для него снял клип Cole Bennett. Хотя Doja — это заведомо самый популярный трек Central C, но его другие песни Sprinter и Let Go также показали сильные результаты. 100 миллионов стримов и 200 миллионов соответственно на Spotify. Playboi Carti отправится этой осенью в концертный тур по США и Европе, который будет называться Antagonist Tour. Это его первый тур с 2021 года. Он затронет 38 городов, стартует 6 сентября в Денвере, а закончится 4 декабря в Копенгагене. Вместе с Carti в тур едут его коллеги по лейблу Opium, Ken Carson, Destroy Lonely и Homicide Gang. Фанаты считают это знак, что третий альбом Carti Music также выйдет осенью. Официальных заявлений на этот счет не было. Продажа билетов начнется 14 июля. А на сегодня у нас все. Какая новость впечатлила вас больше всего? Пишите свое мнение в комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!